Всем привет, друзья, вы на канале Джулия Джули и с вами Юля. Многие, наверное, знают, что у меня стоят брекеты, и, конечно же, за ними должен быть тщательный уход. У меня, конечно же, есть обычные щетки, монопучковые и какие-то еще, которые на самом деле сильно не помогают. То есть они просто обычные, и, конечно же, все ты ими не вычистишь. Так что для этого я сегодня хочу вам показать, что заказала, потому что, на самом деле, это очень важная покупка, долгожданная. Я очень долго выбирала себе щетку. Конечно же, подходит и людям, которые не носят брекеты, но в основном, конечно же, очень круто ее использовать, если у тебя стоят брекеты, потому что она будет просто мега круто помогать. Посмотрим, кстати, мне ее принес лично курьер домой, то есть мне даже не нужно было ходить на почту, потому что это AliExpress Plus, то есть это получается быстрая доставка и также, как видите, доставка курьером, что очень удобно, и поэтому я решила заказать именно у этого продавца именно эту щетку. Так, как видите, я уже ее распаковываю, посмотрите, какая она красивая, она нежно-розового цвета должна быть. Вау, какая крутая упаковка, смотрите, во-первых, все упаковано, еще тут отдельная вот такая вот коробочка, выглядит упаковочка очень красиво, посмотрите, как круто переливается, то есть она вся запечатана и похожа чем-то на коробочку от Apple Watch, от iPhone, потому что на самом деле такая вот белая и тут расположена щетка, поэтому давайте сейчас вместе с вами распакуем и посмотрим, как же она выглядит, мне прям не терпится посмотреть, потому что на самом деле я очень долго ее смотрела, то есть я долго смотрела обзоры и все-таки решила заказать, и думаю, что не пожалела, так что давайте вместе с вами сейчас ее распакуем, снимем вот эту пленочку. Ой, как круто, смотрите, просто кайф. И смотрим, что у нас тут. Все так красиво, и как будто бы ты распаковываешь вещь не за 2 или 3 тысячи, а за 1015. То есть прям вообще, посмотрите, как хорошо все упаковано. Тут лежит щетка сама, а тут еще какие-то два отделения. Наверное, тут лежат комплектующие, то есть то, что нам тоже пригодится. Очень вкусно пахнет, все таким новеньким. Так, это аксессуары. Конечно же, минус, что насадки одинаковые, то есть никак нельзя различить, но я думаю, что также в этом магазине сразу же с этой зубной щеткой можно отдельно купить насадки. И, например, вы можете купить разные насадки и пользоваться одной щеткой, но с кем-то еще. Это очень удобно и можно экономить бюджет, так, чтобы не покупать постоянно щетки, а можно пользоваться вот такими насадками. Ну и вообще сама щетка по себе очень качественно выполнена, мы сейчас попозже к ней вернемся, давайте посмотрим, что еще есть и вообще, что еще нам прислали вместе с этой щеткой. Уже открываем ее и смотрим, что тут. А тут у нас тоже запаянный пакетик и это зарядка, скорее всего. Зарядка у нас беспроводная, то есть, как видите, вот просто вот такая станция, ставишь сюда щетку, и она заряжается. То есть никаких проводов, ничего не надо, только позаряжать эту станцию, и все. И вот только провод USB для того, чтобы заряжать саму станцию. Тут лежат насадки на щетку. То есть, помимо того, что у меня было 2 футляри, еще прилагается 4. Нужно каждые примерно 2 месяца обновлять щетку, и если каждая щетка стоит по 250, по 300 рублей для брекетов, то прикиньте, насколько мне выгодно обойдется эта щетка, потому что она стоит всего лишь там 2900 или 2500 рублей, и то есть эта щетка намного выгоднее, намного круче, чем просто покупать обычную, и ты будешь платить даже гораздо больше, но будешь пользоваться просто обычной щеткой. Пришла специально в такую съемку, чтобы показать вам поподробнее и вообще рассказать, что еще имеет вообще эта щетка и что можно с ней сделать. Так, открываем наш футляр. Как видите, достаем щеточку. Вот так вот она выглядит. Она очень удобная, кстати, в руке. Ее удобно держать. И вообще сама по себе она безумно красивая. Мне очень нравится расцветка, ну и вообще сам дизайн. Так, берем, получается, нашу щетку. Вставляем вот сюда. Так вот закрепляем. И все, теперь у нас, как видите, щеточка готова к использованию. И сразу к нам, смотрите, первый режим, это получается у нас просто очистка. Можно сразу, кстати, сбавлять скорость, потому что на самом деле, конечно же, поначалу может быть непривычно, если вы пользовались очень долго обычной щеткой. Но сейчас вы можете услышать звук, вот этот такой, и вот так вот она двигается, потому что она звуковая. Она, кстати, идет с таймером, то есть каждые 2 минуты будет сменяться на следующий режим. Но можно, конечно же, не ждать 2 минуты, а просто сразу перейти нажатием на следующий режим. Второй режим — это у нас полировка, то есть она немножко по-другому вообще двигается, когда переключаешь, сразу это ощутимо. Дальше нажимаем снова на кнопочку и переходим к следующему, это белый режим, она уже как-то начала по-другому двигаться, издавать странные звуки. И дальше идет режим у нас получается чувствительный, то есть если у вас очень чувствительные зубы и вы не хотите травмировать, то можно пользоваться этим режимом. Ну и последний режим — это у нас получается белый. Просто белый режим, тоже, наверное, как отбеливание. Щетка понравилась мне сразу тем, что тут есть
5, как видите, разных режимов. И то есть она еще идет с таймером, каждые 2 минуты сменяется режим. Ну, еще есть усиление, прибавление, то есть очень удобно. И если вы не хотите, например, ждать, чтобы она закончила свою работу, вы хотите закончить раньше, то просто жмете на кнопочку и все. То есть она сама по себе выключается. В комплекте идет еще беспроводная зарядка, то есть мы просто ставим щетку, подключаем USB. И все, и щетка заряжается. На самом деле хватает щетки на месяц, поэтому заряжать вы будете не очень часто, но тем не менее, если это пригодится, то очень удобно, что она беспроводная и то есть водонепроницаемая. Просто вообще крутая щетка. Что ж, друзья, я чистила этой щеткой зубы на протяжении 5 дней. Могу сказать свое правдивое мнение, правдивый отзыв. Щетка мне это понравилась, она необычная, такой у меня еще никогда не было. На самом деле, сначала ты не можешь к ней привыкнуть, она довольно-таки сильно начинает чистить, но потом уже со второго дня ты начинаешь привыкать, поэтому, в принципе, щетка мне понравилась, я могу вам ее советовать, так что вы можете тоже заказывать ее на AliExpress, все ссылочки я оставлю в описании, ну и также могу вам рекомендовать эту щетку. Такое вот было видео, надеюсь, что вам понравилось, обязательно поддержите меня лайком, подпиской на мой канал, ну а с вами была ваша Юля, всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч и всем пока-пока!